Дамир мне нарисовал только что очень красивую розу и подарил мне еще очень красивую открытку с сердечками. Потом вам все покажу. Хочу перебрать шкафы и возьму вас с собой. Посмотрим вместе его поделки. Возможно, не все, потому что не все уже выглядят хорошо. Некоторые не совсем уцелели, пока он их донес со школы домой, или пока мы их донесли, пока там в магазин зашли, еще что-то вот. Но, тем не менее, у него огромное количество очень классных поделок, и я очень хочу с вами этим поделиться. Возможно, кому-то это будет неинтересно, но мне это интересно. Мне это отдает теплом в душе, потому что это мой ребенок, это его поделки, и для меня это очень важно, а я делюсь с вами всем достаточно важным для меня. Вот, только что у нас произошли большие перемены в жизни, я о них расскажу уже позже, когда все устаканится, когда все будет более четко, точно и более стопудово, скажем так, вот. Но обязательно с вами этим поделюсь, и перемены достаточно грандиозные на самом деле.